чему? Да не, не к тому, чтобы раздуться от тщеславия, а к тому, чтобы вас почувствовать, потому что все-таки соул-стиль предполагает, тем более Господь, Бог, он предполагает нечто такое жаркое состояние. Поэтому еще раз добрый вечер! Как не привидев будет сказано, поэтому что-то хорошее. Вот такой подарки будет замечательный вокальный. Вот сегодня замечательные ребята, лучшие просто, и что-то они, да, прям самые лучшие, улыбаются, видите, так, давайте им громко хлопать, чтобы они вокали, как бомбир на юнистом солнце. Дмитрий Лукин! Дмитрий Павлович! Нажми аккорд. Понятно теперь, вроде музыканта на сцене. Нажми еще что-нибудь, я начинаю заводиться в эфир. Нажимай, нажимай еще. Петр Тольский, бас-гитара. Только самолета нет, встречаем жарче. Петр Тольский. Чтобы он растаял. Давица Гаманя. Да. Это мой друг и основатель Marketplace Us. Я реально ее просто люблю, я не рекламирую, действительно люблю. Тим Хазаров, Лэш, Сар. Меня зовут Сипла Ворона. Все будет хорошо. И первая композиция, она называется Congratulations. Она была специально написана для марки Black Sox. Просто от сознания, что наши ребята могут делать саксофоны на мировом уровне. Ваши аплодисменты.
состояние, что вдруг вы осознаете, что вам нечто приснилось, или вернее вы забыли, приснилось ли это было на самом деле. Бывают такие 3D, да? Поэтому у нас называется песня «Тебе просто приснилось».
Мы всегда, у нас традиция, надеюсь, ребят, мы поддерживаем всегда традиции поддерживать тех артистов, тех артистов, которые начинают с нечего быть, это нормально, это красиво. Покажите, насколько вы в этом плане доброжелательны. Я приглашаю на эту сцену Веронику Серебренникову. Включайте, как положено. Мы сейчас попробуем, мы споем, поскольку сипла ворона вела, мы споем песню, которая называется «Sometime it hurts to love so bad». Thank you.
Спасибо.
клёво, знаете. Спасибо.
вообще. Дорогие друзья, у нас маленький перерыв, а потом готовьтесь к самому хорошему пути. Маленький перерыв. Oh,
Самое главное, искренних и настоящих музыкальных людей. И, как сказать, ну это моя надежда вокальная. Это Moscow Gospel Team Хор. Давайте очень громко приветствуем. Это реальные люди, которые не смотрят во время, когда поют. У вас осталось мало таких, выходите. Хлопаем громко. Thank you.
Спасибо. Why do you need
Oh,
Нет. Вот у вас и вся. Ну вот, да, да. Я дома. Я дома, наконец-то. Мы тоже на самом деле. Поехали. Yeah.
Monster, monster, really monster, baby. For me, really. Best of time, monster, really so monster, baby. So, so, bass guitar, really bass guitar, monster bass. Thank you.
Дорогие друзья, ну что же, я думаю, что в мае можно неплохо провести время. Это был Black Sox Power Project, наш дорогой Moscow Prospect, моя надежда, моя безвоплая. Петр Тольский, Дмитрий Лунгин! Димочка, какие вы, выйдите сюда, попадите. Кто так хлопает? Тим Казанов, Тим Казанов! Давид Соломонец, Пьян, идите сюда. Серебренького делала, непонятно. Алексей Артемов, Лёшка, Лана Королёва, которая петь не стала, но все равно не споёт. Ну что, кланяемся. Спасибо! Спасибо, дорогие друзья. Следите.